Давай другую тему. Да. Бог есть? Безусловно. Ты в него веришь? Да, потому что именно верою Бог нам открывается. Если бы не по вере бы человек верил, ну, открывался бы ему Бог, тогда это было бы не вера. Тогда это бы не вменилось бы нам в праведность, как сказано про Авраама. Так, ну мы тут обсуждали недавно, дети верят в Деда Мороза. Дед Мороз есть? Дед Мороз, безусловно, существует, потому что это святой Николай, это прообраз святого, это, и вся традиция на это направлена. Католик, ну, по крайней мере, в западном мире до сих пор еще сохранилось, что святой Санта-Клаус, святой Николай. А, вот так. А святой Николай, почему? Потому что он действительно, он ночью приходил, оставлял пожертвования, ну, как бы, чтобы тайным остаться. И поэтому его взяли как прообраз вот такого вот, приносящего подарки невидимо святого. Поэтому это, безусловно, образ существует. А святой... И, в принципе, я почему-то, вот мне нравится, как бы, вот эта система с Дедом Морозом. Потому что детям таким образом прививается вот этот вот навык веры. Он им может в будущем пригодиться, вот этот навык веры. Потому что вера, она может относиться хоть к чему. А когда он жил, этот святой Николай? И чем еще прославился? Святой Николай когда жил? Примерно. В 5-6 веках там. Где-то так. Нашей эры. Да. И еще чем он знаменит? Ну, он много у него там чудес, святой Николай, он там споры разрешал, всякие эти. Много чудес, да. Надо вот сейчас это так быстро на. Я вот сейчас вспомню. Ну, нет, например, нет. А там оклеветали какого-то. Трех оклеветали, да, оклеветали одного, троих. Троих воинов. И он пошел прям к царю, ногой открыл явился, дверь. Он явился. Да, явился царю. Чудесным образом. Вот, и ногой ему сказать, дверь открыл. Ты что, говорит, это? Тут, у тебя там двоенаместники бесчинствуют. И он заступился за нее, царь за этих, за невинно осужден. А потом один еще случай был. Два этих, или это не из-за него, по-моему, у него. Два тоже враждовали друг с другом. Типа, вот это, говорит, мой водоем. А тот говорит, нет, это мой водоем. Приходит к Николаю, типа, рассуди нас, ты же как святой. Так без проблем, говорит, завтра проблема будет решена. Приходит на следующий день, нету водоема. Озера нету. Вот и все решения.